поскольку пока что мы больше здесь ходим и на ощущения смотрим, я не могу вам ничего конкретно здесь сказать, потому что я вижу. Но я понимаю, что в основном все группы приходят на это озеро, это водохранилище. Оно, видимо, искусственное, но не похоже на природное. И у нее необычайный цвет воды. Я такого цвета воды не видел. Он похож на зеленку, наверное, скорее. Такой зеленый-зеленый. И учитывая то, что вокруг горы, и это в ущелье, выглядит необычайно красиво. Конечно, здесь палитра ароматов, таких, которых я вообще не встречал в жизни. Колокол, слышите? Ну, романтическое место, прям швах как круто. То есть этот колокол, который по сопкам гор передается звук, так течет. Вот эта палитра ароматов, которую я не могу ни с чем ее сравнить. И вот эти виды для человека, который вырос на равнине, вот эти горы, все это пьянит, чарует, и хочется идти дальше. Идем дальше. А значит, для чего сюда 100% надо ехать? Здесь вот действительно истинные испанские сувениры. Не вот эта вот китайская подколка, которая обычно продается, а здесь то, что действительно хендмейд. То есть местные делают это сами руками, и это видно невооруженным глазом. И количество сувениров здесь не сотни, а тысячи. И все они уникальны. Интересно, что здесь есть дегустация вина в кафе местного, которое производит. Я тут впервые увидел, наконец-то, бурдюки. И бурдюки здесь есть от 25 евро, и выше. И они все такие довольно достойные. То есть сувениров здесь действительно очень много. Необычайных домов очень много. Виды на миллион. Действительно кайф. То есть это место, вот мы здесь находимся минут, может быть, 10. Я уже в него влюбился, и я знаю, что сюда приеду еще раз. Огромный плюс то, что от нашего отеля она находится в 20 минутах езды. Это вообще просто то место, в которое надо приехать несколько раз, например, вечером, рано утром. Смотрите, вот такую бутылочку вина, конечно, без маркировки, мы купили за 3 евро, да, Эчик? Да, да, да. Ты вкус такой. Вкус очень вкусный. Ощущение, как будто бы варенье ешь какое-то. Офигеть вино, просто офигеть. 3 евро за бутылку. Попробуй. Давай, давай, дед, выпивай. Типа такого. Вот где тут? Как ощущение? Да? Приятно. Значит, здесь есть такая фишка. Смотрите, что они сделали из трех мелков. Из трех мелков сделаны такие уникальные композиции. И стоимость всего стоит 5 евро. То есть, заплатив 5 евро, вы можете посетить два музея. Надо сказать, что средняя стоимость музея здесь составляет 2-3 евро. Ну, сейчас пройдем, собственно говоря, и посмотрим. Вот такого рода сувенирных лавочек здесь я наберу вам где-то сотню. То есть городишко маленький, но здесь все первые этажи отданы под такие лавочки. И здесь нет человека, сувенир, который бы отсюда не захотелось увезти. От меда, хамона, сыра и каких-то ручных работ из хендмейд. А музей, смотрите, вот мы стоим на перекрестке, и здесь уже раз, два, три, четыре. Четыре музея на вот этом маленьком пятачке. И когда мы поднимемся выше, там ситуация повторяется и повторяется. Ну, поскольку мы строители, конечно же, нам интересно строение. Значит, смотрите, то, что все белое, это понятно. Температура солнца тут на стене нагревается 50-70 градусов. И другого, кроме белого цвета, и не существует. Обратите внимание, у них дожди настолько идут редко, что практически нету ливневой системы. То есть мы можем видеть торчащих два кирпича. Это 10 на 2 сантиметра, один, второй. Эти два кирпичика, они уложены в таком порядке, чтобы швы не пересекались. Это как аварийная гидроизоляция. И дальше сверху укладывается черепица. Когда мы сейчас зайдем чуть дальше, мы посмотрим на этот же самый разрез, только уже изнутри. Там есть одна сувенирная лавка, и неприкрыто можно посмотреть. То есть в старину они не отделали эти потолки вообще ничем. И эта технология фактически соблюдается и живет по сей день. Ну, первое, что мы видим, это волшебный вид. Теперь смотрите уровень, где мы находимся и где находится весь остальной мир. То есть, чем это хорошо? Детям, женщинам, пенсионерам не надо лезть в гору. То есть, если раньше мы покоряли горы, то сейчас мы просто пришли и уже находимся на краю горы. Итак, мы движемся в замок и смотрим, как выглядит пейзаж. То есть, не буду врать, на каком уровне. Ну, примерно в районе что-то тысячи метров тут точно будет. Ну что ж, сейчас мы проследуем в замок Сан-Хосе. Замок Сан-Хосе начинается с музея Овентюр, кажется он так называется.
А что такое этот музей? Музей – это благородный дом. То есть есть возможность зайти в интерьер и посмотреть, как жили испанцы благородных кровей. То есть мы сейчас посмотрим, как жили испанцы благородных кровей, а потом поднимемся в волшебный замок. Ну, что-то наподобие немецкого Нойшвайнштейнера, полагаю, будет. Это опять моя интерпретация. Я думаю, пойдем и посмотрим. Ну что ж, ребята, мы находимся в родовом гнезде семейства Ардуна. Это довольно солидное семейство. Они получили письмо от папы, не буду говорить, от какого, такого папы, от неприкосновенности. Однако это их не спасло. Этот дом однажды поджигали, однажды его грабили. Но по большей части здесь сохранились оригинальные вещи. Дом находится на утесе скале, поэтому он такой многоуровневый, здесь ступени такие должны быть по 30 сантиметров. Четыре листа, я так и не понял, что с этими сложными словами, что здесь. Давайте будем смотреть. Значит, как обычно, у них балочки 200, разброс на 40. И картины, кстати, масло. Значит, что интересно, эта дверь закрывается, не буду закрывать. И тут веселая картина. Но если мы откроем, то мы увидим здесь лаз 50 сантиметров. Я не знаю кто, но, видимо, испанцы сами по себе небольшие люди. То есть на случай больших проблем можно было удирать куда-то в горы. А вот здесь был вход такой в тайный лаз. Смотрите, уникальная картина креста. Если стоять из этой точки, что работает камера, да, то можем видеть и перед, и заднюю часть. Уникальная штука, на которой раскатывали пиццу. И ступица для изготовления приправ большим количеством. Поскольку замок был большой, народу, видимо, было много. Интересный сосуд для хранения вина. Почему для хранения вина? Потому что его мыть не надо в таком случае. А смотрите, какой уникальный календарь. Как бы здесь количество месяцев, количество дней в году. И можно было с точкой ставить, чтобы оформлять какие-то даты. То есть метку на такую-то дату, и на веревочке пишешь, что в эту дату должно было произойти. Там, день рождения чей-то или еще что-то. Вот такая интересная фишка, да? Мало кто знает, но, однако, это правда. Всегда мужчина и женщина спали отдельно. И казалось непристойным, когда не могли спать вместе. Это, я знаю, как было уровень проституции, там считалось и все такое. Это уже наш современный век, и мужчина и женщина, муж и жена спят вместе. А раньше это всегда было раздельно. У женщины можно видеть такой небольшой умывальничек, полотенце, когда утром она просыпалась. И под кроватью, как обычно, горшочек для того, чтобы люди могли ходить в туалет. Ну что же, ребят, находимся мы на самой высокой точке данного замка. Я скажу так, я хочу сюда возвращаться еще и еще. Место вроде бы ничем не такое примечательное. Ну, то есть таких мест в Испании действительно много. Но вот мне оно как-то в душу особо запало. То есть вот этот необычайный лазурный цвет воды. Вот этот вот запах, я не знаю, с чем сравнить можно запах, который вот этот горный находится здесь. Он реально пьянящий, когда заходишь в лавочки сувениров. Там нету тех этих дешевых сувениров, которые в Китае. Вот они мне показались такие ханме, творческими, авторскими. И я хотел там купить абсолютно все. А кухня, ну, испанская кухня, ну, интересная. Но вот в этой части, в горах, да, здесь нету морской кухни. А вот есть такая кухня, которую вот крестьяне на этих полях собирают и готовят. Обалденная кухня. Вино, которое здесь есть, я не знаю, чем это сравнить. Такой жидкий мед красного цвета. Ну, просто шикарно. То есть советую всем посетить это место. И она очень бюджетная. То есть минимум, сколько вам это может стоить, ну, 5 евро на человека. Ну, максимум там, конечно, не ограничено. Здесь есть сувениры по 1500 евро, кстати, и хорошая кухня. Ну что же, если вам место это очень понравилось, у вас есть возможность здесь остаться. Давайте проследуем за мной. Вы согласитесь, ну чем плохое место, чтобы здесь покоиться навечно? Вот, например, как вот здесь, местное кладбище. Надо сказать, что здесь местных жителей очень мало, ну крайне мало, городишко маленький, поэтому и кладбище у них такое маленькое. Это в основном кремационное кладбище должно быть, но судя по размеру, выглядит так, что все-таки нет, что все-таки открывается плита,
ставится туда гроб и закрывается плита. И как насколько мне известно, видите, сверху раз, два, три, то есть один ряд принадлежит одной семье. То есть там папа, мама, ребенок, ну и так далее. То есть семьи отдается столбик один, там метр на три. И вот оно таким образом хоронится. То есть я так полагаю, что там тела вообще мумифицируются, ну, скорее всего, мне так показалось. Надо сказать, что это кладбище, которое находится на отметке 610 над уровнем моря. И действительно шикарный вид для того, чтобы здесь покоился чей-то прах. Лирика. Такой местный магазинчик, который можно продегустировать там солями разными, но мне что понравилась вот эта штука. Это бурдюк. В этот бурдюк он из кожи козы, заливается вино, и она хранится здесь годами. Что интересное, я сам просто пробовал, если ты же берешь самое дешевое вино, заливая сюда, через какое-то время она приобретает такие свойства, что она становится очень сладким. И бурдюки здесь есть от 20 до 50 евро разных видов. Есть такой кожаный маленький. Что? Колбаса такая, он среди плохих. Вот видишь, что стоил трешку. Можно вино? Один вот этот. И прямо здесь, в этом же погребке, он его запаковывает, и вы это вино берете. Я не знаю, вкуснее вина. Я пробовал вино там за 50-70 евро. Здесь оно стоит 3 евро. И это такое вино, что просто жесть. И тут же на месте есть колбасы и все эти закусончики. То есть можно под это вино подобрать и закусончик, и колбаску, и все остальное. Ну, я думаю, хорошее заключение будет, если мы зайдем в местный ресторанчик. Я расскажу почему. Только ради вида. Смотришь, какой вид с окна нашего ресторана. И здесь нам небольшой перекус обошелся от 5 до 8 евро на человека. Ну, мы сейчас посмотрим, что у нас будет. Так, нам принесли вот такую по-домашнему кастрюльку с супом и тарелочки. Мы сейчас с вами будем кладывать ее суп.